фактор? Главное – семейные ценности. Об их значимости представители Департамента по делам религий рассказывают карагандинцам в режиме онлайн. Подробнее в следующем материале. С момента объявления чрезвычайного положения в стране Центр исследований и анализа межконфессиональных отношений Департамента по делам религии усилил онлайн-общение с населением. Онлайн-лекцию в течение часа посетили более 100 человек. Такие лекции проводятся не впервые, вот, в связи с тем, что у нас карантин в стране, поэтому мы сейчас работаем в прямом эфире онлайн. А так, в основном, мы проводим информационно-разъяснительные встречи среди населения, выезжаем по городам и районам, с разной категорией населения встречаемся. Это и учащиеся, это и трудовые коллективы, это и военные, то есть это госслужащие, разные-разные. Семинар прошел на тему системы воспитания в казахской семье. Обсудили около 30 вопросов. Участников конференции интересовала культура казахского народа, как правильно воспитывать ребенка, как правильно дать имя новорожденному и какие бывают традиции. Такие прямые эфиры проводятся еженедельно. По области работают около 50 лекторов. Такие онлайн-лекции очень востребованы. В таком же формате мы провели конференцию с павлодарскими коллегами. Ведь на нашей лекции участвуют не только жители области, но и весь Казахстан. Подобные онлайн-лекции Центр исследования и анализа межконфессиональных отношений проводит каждый день в 12:00 на странице социальной сети конфесс.кргэ. Дин Мухаммед Амангазулы, Рустамбеков, Роман Копылов, телеканал Сарыарка.